Всем привет, сосед! Сегодня мы будем играть в игру под названием Dark Riddle. Здесь у нас вышло хэллоуинское обновление. И тут мы можем получить бесплатные скины. Мы получаем... Вау! Фредди Кобейн какой-то. Это Фредди Крюгер нам попался. Надеваем. Теперь твой сосед выглядит по-другому. Зацени. Скины, ты посмотри, какой у меня есть. А ну-ка, где там Фредди какой-то, я не понял. Так, тыквенный есть, какой-то, во, Фредди Кобейн. Выбираем, ребят, у нас сегодня обновление, как всегда, в Dark Riddle. Вот, у меня, к сожалению, тут весь прогресс стерся. Ну, ничего, как говорится, мы, в принципе, будем сейчас играть. Смотреть, музон просто зажигательный, обновление вышло. Ежедневные бонусы, к сожалению, нельзя получить, потому что интернета нет. Мы начинаем играть, так, опа, нормальный, есть призрак, есть сложный, и есть безумный, ты посмотри, какой он. Сложность квеста. Дальше он смеется, нормально так бежит себе. Ну и призрак ничего не видит, давайте будем, в принципе, на нормальный играть. Вот, мы выбираем вот это вот Фредди, хочет сбросить весь прогресс и начать новую игру, ну давайте, да. Вау, вы посмотрите, новые кадры, новые бесплатные, все тут обустроили, короче, ребят. И, кстати, ребят, на этой игре у меня больше всего просмотров, просто. У меня здесь просмотров, ну, уйму. Так, ой, Hello Neighbor обновился, но это, конечно, не Hello Neighbor, это... Такой себе соседик другой. Шпуньк, шпуньк. А я могу перелезть? Чик-чик-чик. Не могу, так. Меня немного подлагивает, ребят, поэтому вы простите, игра немножечко... Что-то у меня подлагивает. Либо это игра, либо это еще что-то другое. Так, что-то у меня вообще не ловит это. Ничего не действует. Короче, мы погнали... Опа, ящички, вы посмотри, какие новые ящички. Мистер полицейский. Как там наш Учанг, или как его там зовут? Не, его не Учанг, какая-то газетка. Похищение коров старый фермер все видел. Ну, короче, мы знаем, что тут у него что-то с гуманоидами связано, у этого соседушки. Фредди Крюгер, привет. Детям запрещено сюда являться, на его дворик. Ты посмотри, тут и хэллоуинское обновление. Кстати, мини-карта почему-то не работает, пишет, интернета нет. Но это вообще глупость, мне кажется. Глупость еще там, мне кажется. Кстати, тут писалось, что камеры вот обновили как-то. Ну-ка. Ну, я не попал, я не знаю. Сейчас мы попробуем попасть. Опа! Ты погляди! На 15 секунд! Ну, блин, эти яблоки тупые. Давай, берись. Ловушечка. Как тебя взять? Сосед! Кстати, уже тут белую флешку добавили. А где он? Короче. Берем флешку. Ой-ой-ой-ой, ребят. У нас тут сосед как-то обнаглел, я вижу. В обновлении. Так. Кстати, теперь тут везде ночь. О. Смотри, ночь, ночь, ночь. Опять ночь. И снова оседая ночь, да? И только ей... Опа! Интересно. Тут теперь все спавнится, что ли? Окей. Что я сейчас сделал? Ты окно разбил или что? Так, ну что, мы погнали, значит? Нам нужно сейчас взять одну шнягу. Весьма заманчивую. Где этот гад? А вот он там бежит. Ты чё? Соседушка.
Куда-то он бежал в другую сторону. Да! Ты это видишь? Сосед. Соседик. Ой-ой-ой. Что-то он слегка стал туповат, вам так не кажется? Давайте сейчас откроем эту шнягу. О, не-не-не-не-не-не, тихо. Кстати, ребят, я вот слышал, что если заморозить соседа в какой-то определенной комнате, можно скинбокс получить. Но не знаю, правда это или нет. Сейчас мы подзарядим пушенцию. И пойдемте все смотреть. Так, еще, кстати, обновили подвал в этом обновлении. Поэтому думайте, что хотите. А мы, пожалуй, пойдемте проходить. Так, батареечку можно взять, кстати. Так. А вот и сосед там бегает. Соседушка, давайте, что ли, на вооружение возьмемте бластырь. И пойдемте соседушку потихоньку мочить. Соседушка. На 25 секунд? Ничего себе. Тут я понимаю щедрость от разработчиков. Тут я понимаю. Это я их уважаю. Уважаю как родных людей. Смотри, за эти 25 секунд вообще можно море всего сделать. Берем этот кусочек ракеты. Так, тем более он нас еще и не видит. Играть, кстати, стало проще, потому что здесь делали режимы. Режимы, как мы это знаем, очень даже хорошо. Ну, окей, мы пока что сегодня смотрим. Опа. Соседушка. Ну, окей, давайте идемте лучше просто разобьем эту всю шнягу. Я надеюсь, он сюда не идет. Давай-давай, выкидывай это. Сейчас мы будем на вооружение брать. Да на. А не сработает пушенцы это? Было бы прикольно, если бы сделали, что... не понял. Так, что значит... Сосед на изи не мог бы... прыгать через окна. Это было бы нормально, так бы... А 81.15. Опа. Ага, он там. Смотри, у него там летучие мыши. Не понял. Так, 81.15, значит. Мы открываем 81.15. Ой, ё-моё. Так, все. Он нас поймал или мы вошли? Я не понял. А я не понял. Короче, значит, мы вошли куда-то. Пожалуйста, подождите, а не подойдите. Вау, ты погляди-ка. Ёкали меня, ты погляди. Да тут же все обновили. Тут старого все, тю-тю нету. 19.44. Так. 19.44. Так. Вот. Ать. 2. Вау, ты погляди. Тут какой-то желто-белый сосед. Кто-то вошел в подвальчик. Желто-белый сосед. Тут еще какая-то шняга. Короче, ребят, много разной всячины здесь появилось. Все очень прекрасно, все очень чудесно. Что-то открылось, если я не ошибаюсь. И это что-то, это вот... Это вот это. Но нам еще нужен зеленый пропуск. Подзаряжаем. Ты погляди.
Ой. Что это? Эй. Вот наш соседушка. Я с ним дело не очень иметь хочу. Мы к нему все ближе и ближе, да? Фредди Крюгер. Тихо, он меня не заметил. Иди в другую сторону, сосед. Поворачивай. Что я сделал? Пусти меня! Пусти меня! Ты что делаешь? Ты это видал вообще? Вот зеленый. Ты смотри, побежал. Его чем-то шандарахнуло. Ё-моё. Я боюсь туда идти, я пойду. Я пойду в другой вход. А где тут в другой ход? Здесь, по-моему, где-то. Тут что? Так, тут мы вошли. Куда нам нужно идти? Нам куда-то нужно вниз. Там сосед расхаживает. Ну зачем ты сюда идешь? Скажешь мне? Смотри, эта шняга уже и тут бегает. Лагает. Ё-моё, ну лагов стало намного больше. Давай. Тихо. Еще и это тут шня. Надо было подобрать этот ледяной пестик. Смотри. Что-то как-то я без оружки тут совсем плохо. Заряжаем. Стреляем. Ага, нет батареек. Очень бы мне не хотелось попасться соседу на глаза. Но, ребят, мы пока что проходим. Вот смотрите, тут куча разной всячины новой. Очень много разного. И нового. Так, вот спускается водичка. Новые текстуры полностью обновили. Разработчики молодец. Молодец, разработчики молодец. Ну, конечно же, они молодцы. Ух, страхопудище ты погляди. Глаз. Что-то оно крутится, закрутиться не может. Так, тут тоже страхопудище. Берем, значит, вот эту вот флешку. И крутим дальше. Крутанем сейчас. Хотя нам надо было что-то еще другое, по-моему, сделать. Еще нам нужно было с этим ключом. Вам так не кажется? Мне кажется. Мне даже очень кажется. Идемте, значит, возвращаться. Там его, по-моему, нужно было зарядить как-то. Погнали, короче. Вот тут что-то нужно с ним делать. А ну. Опа! Опа! Мы что-то вставляем. Его, смотри, какая анимация чудесная. Ага. И чё? Вау, вот лаксианский рычаг активирован. Мы с ним валим. Валим. Нам дальше что-то нужно делать дальше. Дальше что-то нужно делать дальше. В принципе, логично. Смотри, эти двери тоже. Не понял. А, тут же пропуск, ё-моё. Чё-то я не понял. Потом, значит, нам сюда и нужно, да? Анимашка пошла, это жесть. Ой-ой-ой-ой.
Все-таки игра обновляется и обновляется, ребят. Очень все круто. И флешку сюда. Вау. Вставляем флешку. У нас активировалась кнопка. Мы голосуем против предателя. Чу-чу-чу-чу-чу, я не знаю. Паркур, паркур. Чё-то надо... А! Всё, поздравляю, уровень... Так, уровень 2 успешно пройден. Продолжение следует. Попробуйте пройти игру на новой сложности. Ну, ребят, мы, в принципе, прошли Dark Redux. Просто мое почтение. Это самая прям лучшая игра про соседа, который является пока что на телефоне. Мы в меню прошли. Это у нас было такое мини-прохождение. Что ли? В следующей серии мы попробуем какой-то новый... Ой, ты смотри, какой граф Дракула. Вампир какой-то. Ну, короче, мы... Библиотекарь какой-то тоже интересный. Короче, тут новые разные скины. Очень интересные все. Есть скелетончики, есть мумии. На этом все. Мы заканчиваем наш роличек. Пишите свои мнения в комментариях. На этом все. Игрушка просто потрясающая. Всем удачи, всем пока-пока.